Внимание, экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с 6 по 8 июня местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Резкий подъем уровня рек. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. А аварийные и коммунальные службы Анапы также находятся в режиме повышенной готовности на случай дождей. По поручению главы курорта продолжается ревизия ливневых канализаций и водоотводных каналов. Прочистка ведется там, где есть засоры. Сегодня промывали ливневки на улице Заводской от Астраханской до Краснодарской, на Красноармейской от Советской до Чехова. Следующий маршрут – улица Советская от Владимирской до Краснодарской.